Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по игре Макс Проклятие Братьев. Глава 1.4. Каньон Черной Скалы. Так, ну что ж, продолжим. Ой, куда? Это я не переживу. Вот так можно. Может, внизу что-то есть? А, точно, глаз есть, смотрите. Его сразу так же не видно было. Так, нужно внимательно все осматривать. Опа. Так, а там эта вонючка. Блин. Мне не сильно хочется с ней дружить. Давай, воняй в другом месте. А, отличненько. Так. Ого. А, смотрите, сверху там секрет. А как к нему добраться? Без понятия. Так, ладно, давайте для начала решать проблемы по мере их поступления. А я сюда могу упасть? Тихо. Блин, видели? А-а-а, меня съели. Капец. Я все неправильно сделал. Фу, какая гадость. Так. Опа. Давай, ползи, улитка. Вот. Я могу пока запрыгнуть? Нет. Да уйди от меня. Получается, вот следующий раз зазубастик съел эту улитку. Ну а как мне наверх туда попасть? Я же туда никак не доберусь. А, мне теперь нужно, наверное, подставить эту вот, не знаю, улитку. А на ней уже запрыгнуть, да? Я могу ее использовать вот как... как подставку. Прикольно, как лестницу. Смотрите. Теперь вот раз. Ай, тихо. О, отлично, смотрите. Секрет. Еще одна часть. Отлично. Класс. Только теперь главное не грохнуться. А сюда я могу запрыгнуть? Нет, только нужна опять улитка. Давай, давай, возвращайся. А улитка не простая, а улитка зубастая. Так. Ой, вонючка. Что, она даже меня не заметила? Какая-то слепая вонючка. Повернись. О, наконец-то, видите, увидела меня. Так, теперь спокойно можно. Так, а там ничего нет? Нет, ничего, там секрет был. И... ой, она падает. А вот сверху глаз, смотрите. Видите, глаз сверху. Опачки. А теперь что? Леди, душа, скажите что-нибудь. Вот росток есть. Вот могу его вверху так вот, да? Ого, а, мост нужно. Мост, смотрите. Мост, получается, развалить. Бэм. Попал. Яблочко. Тыблочко. Опа, не разобьюсь? Нет. Ну и здесь вот, помните, там глаз был, да? А он все смотрит и смотрит. Хидыщ. Отлично. Все, бежим дальше. Ого, тут путь. Там внизу ничего. Хотя там свет какой-то. Ладно. Нет, нет, нет. Не бойся. О, а здесь опять, смотрите. Вот это зубастик. Ну, мы-то уже знаем, как с ним себя вести. Во-первых, нужно вот улитку сюда приманить, да? Во-вторых, нужно взять ящик этот, скорее всего. Оп. Ой. Упал. Так, теперь улитку нужно разбить. Ящик сюда. И пускай улиточка тоже сюда ползет.
Тут главное теперь не промахнуться. А, я же могу, в принципе, сюда пойти, если что там перекантоваться, да? Тихо-тихо. Давай, оп. А, отлично. Все, как раз. Сюда к зубастику, смотрите. Класс, правда класс. И сразу прям еду, как король горы. Ха. Я без него не добрался до этой веревочки. Так, там что-то у нас внизу. Интересно, еще есть. Значит, мне нужно сюда упасть. Не нужно. А, видите, там здесь свет, значит секрет. Я там один секрет пропустил. Ой-ой. Обидно. Феликс, я тебя спасу. Ну, пока слишком спокойно. Ого. Ничего себе. А, ну тут, в принципе, все понятно. Как городки, типа, да, вот, знаете, такая игра. Когда один толкает второй. Вот, скорее всего, да. Ты. Тихо-тихо, держись. Ой-ой. Ой, класс, это обалденно, слушайте, это вообще реально круто. И давай, давай. Так, это все или не все? Нет, это не все. Давай, давай. Остановите карусель, я сойду. Ого, видели там эти зубастики, только они теперь. Пауза. Блин, карандаш, где карандаш? Ой, отлично. Так. Фух, хорошо, хоть паузу сделали. Без паузы я бы их не нарисовал. Фух. О, блин. Держись, братуха. Кто вы? Взгляни на это. Мои глаза следят за моим миром. И сегодня мой дух овладеет твоим телом. Лазиков-то поменьше уже должно было быть. О боже. Макс с тобой разберется. Мой зверь разберется с Максом. Давай, малый, помогай. Высвободись там и пом... этот... Надо... дай ему... Так, как там перекресток, а то я просмотрел. Такой на расслабоне видели, идет тадын-тадын-тадын тут. Хыдыщ. Упал. Так, ну, предыдущая глава была, в принципе, не сильно сложная. Просто вот... Город впереди, но будь осторожен. Сейчас им владеет мусташу. О, смайл Трувин. Улыбнись для победы. Ха-ха, прикольно. Вот просто... Как-то немного я еще не вник до конца в эту игру. Ой. Серьезно? А, тут есть. Откуда? Вы видели? Надо было наоборот, да? А. Так. Вот. Класс. Вообще. Прелесть. Один из наемников Мусташо. А мне что с ним делать? Как мне его победить? Почему ты не прыгаешь? Не пойму я. Типа убегать от него надо будет. Как это мел... Так, стоп. Почему я не бежал? Подальше надо отпрыгнуть. О, теперь бежит.
Как-то так. Все, уже наемника нет. Там еще один. О, блин. А-а-а! Хана мне. Вот так лучше. Он еще будет кидать? Не хочу. Не хочу умирать молодым. Мне еще брата спасать нужно. То есть с первого раза проходить уровень вообще нереально. Стоп, лучше я здесь сразу нарисую что-то, да? А, даже, видите, не понадобилось. О, он может разбивать. Вверх, вверх, вверх. Конечно же, вверх. А они все ломают. А вот там глаз. Вот, хорошо, что я туда полез. Фух, класс. Не подсматривай. Так, подождите. А здесь мне просто нужно туда перепрыгнуть, да? Вот. А они тоже пробиваются, их двое. Там тоже глаз, как к нему запрыгнуть. Надо чуть выше, наверное. Нет, я упираюсь. Как же так? Блин, тихо, вот же. Не пойму чуть-чуть, если честно. А эту штуку можно выше поднимать? Нет, выше нельзя здесь. Блин, а что же делать? До глаза я, скорее всего, обратно как-то подберусь. Надо, короче, думать. Да, не тот вариант. Значит, получается, нужно его вот так вот раз. И блин, получается, я не перепрыгнул его. Ну все, опять мне хана. Управление еще такое, не всегда получается вот все сделать правильно. Давай, иди-ка, иди ко мне. Вот. Раз, а теперь раз его. А почему? Давай, 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 обезьянка. Нужно повыше чуть залезть. Так, теперь здесь где карандаш? Блин, я не вижу карандаш. Да быстрей. Вот карандаш просто пропадает на экране, как говорится, и ты его не видишь. Вот это плохо. Пока ты его там не поводишь немного, вот видите, раз его нет. Вот он сейчас появился. Вот опять его нет. Пока ты его найдешь, вот. А ты не очень-то умный. Ой. Ну, в общем, вы поняли, да? Привет. Ха. Если можно было как-то настроить, чтобы карандаш не пропадал. Ух ты! Блин, упал, разбился. А, ну ладно, я хотя бы отсюда начал. Теперь я уже не очень умный. А интересно, глаз еще остался там? Нет, глаза не осталось. Нужно было просто раскачаться, а я вот, в общем, поспешил. Ой. Ого, а там что-то было. Только я уже, скорее всего, пропущу, да? Блин. А, видите, получается это... Вонючка. Я, по идее, могу вернуться. Я что-то могу пригнуться, да? Не помню как. Я же как-то могу пригнуться. О. Вот, точно, осколок. Ой, тихо. Отлично. Отличная работа. Да-да-да. А если я вот один пропущу, то все, считаю, уже на смарку все это дело.
как... Ага, вот. 18 осколок. По-любому один как минимум пропущу где-нибудь. Неприкольно будет. Что, все, прошел эту часть? Лесная стена построена для защиты города. Ничего себе. По другую сторону земли Мусташ. И глаз опять. Догадайся. Ой, а видите, не так уж тут все и просто. Не-а. Так серьезно, что мне делать? Да уж. Потом не пойду. Пойду. А зачем? Веревка. А, подождите. Можно тянуть. Ага. Так, а почему раньше об этом не рассказывали? Ага, привет, глаз. Думал, я до тебя не доберусь. А я вот здесь. Тянем, потянем. Мне казалось, все-таки лучше было бы, чтобы этот глаз, мы там вот его срывали, и потом хдыщ-хдыщ по сторонам вот лупили. Так вот. Ой, куда-то, тихонько. Только я долезу ли? Сомневаюсь. А может... А, нужно повыше ее поднять, да? Так, я никак не допрыгну. А поднять повыше нужно. Вот как, допустим, ставлю ее на бок. Ну, к примеру, так, я думаю. Нет. Вот, допустим, раз. Видите, она упала. Отлично, только я теперь не пройду, да? Блин. Придется подвигать ее немного. Так, теперь вот так. Вот так. Оп. Теперь я на нее чуть повыше вот так вот становлюсь. И до веревки достаю, да? По идее. Отлично. Ну, в принципе, все было прогнозируемо. Единственное, что, конечно, ну, не сразу тяжело добраться. А тут, по-моему, лестница. Да. А там нет прохода никакого. Круто. Там какие-то растения страшные. Внизу находится лесной храм. Опасное место, но там твое оружие получит новые силы. Круто. Ой-ой. Давай. О-о-о. Сюда. Еще одна веревочка. А там глазик. Привет. Думал, я тебя не увижу. Блин, видели, мимо прыгнул. Мимо веревки. Вот. А, вот есть эти ростки, да? Сделал их. Теперь могу раскачаться. Надеяться, что я долечу. И не перелечу. Супер. Так. Пока все нормально. С переменным, конечно, успехом. Но нормально. Интересно, кто в такой храм ходит? Сюда же не доберешься. Кстати, если все верующие ходили в такой храм таким путем. Так, все. Твердая дорога под ногами, это хорошо. Нам еще обещали. О, все.
Это уже вторая глава начинается. Добро пожаловать в лес, Макс. Ты почти пришел к первому священному месту на нашем пути. Ух ты. Так, ну что ж, ладно, друзья, давайте мы вторую главу начнем уже в нашем следующем выпуске. Так, ну а теперь посмотрим быстренько достижения, точнее, уровень. Все ли я собрал? Так, вот море песка, 5 глаз, 1 секрет. А, каньон черной скалы, 4 глаза, 1 секрет. Перекресток, 4 глаза, 1 секрет. В принципе, вот в первой главе и все. А во второй главе всего 3 глаза будет, 1 секрет. Ну и, как я уже сказал, мы рассмотрим в нашем следующем выпуске. А на сегодня с вами прощаюсь. По вашим отзывам, по вашей поддержке, вижу, что игра вам тоже понравилась, как и мне. Постараюсь ее записывать почаще. Поддерживайте, не забывайте, пожалуйста, своим лайком, комментарием. Ну и оставайтесь с нами, скоро продолжение. Пока-пока.